Итак, первый вопрос был, что бы я сказал самому себе, если бы мне было 14 лет? Я бы, наверное, пожелал ответственности за свои поступки, за свои слова, потому что очень часто бывает, что мы в 14 лет очень большие максималисты во всем, а жизнь гораздо объемнее. И именно потому, что она гораздо объемнее, я от всей души желаю тебе ответственности. Может, это звучит очень взросло, но ты ведь взрослый человек. Поэтому думай, пожалуйста. И поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе. Второй вопрос был, кто был для меня самым большим авторитетом, когда мне было 14 лет, и чье мнение было для меня самым важным. Ну, конечно, я любил и люблю и свою маму, и своего отца, но когда мне было 14 лет, самым важным для меня было, чтобы мне подумает мой старший брат. Я очень хотел, чтобы он думал обо мне хорошо, и чтобы мы стали друзьями. У нас была большая разница в возрасте, ну, это чувствуется в 14 лет, разница в 6 лет. Вот, и мне было важно, чтобы он меня понимал. А потом так и случилось, когда я стал чуть взрослее, мы стали с ним друзьями. Чего я тебе желаю? Чтобы тот человек, мнение которого для тебя наиболее важно, чтобы обязательно стал твоим другом. Третий вопрос был, какое самое важное качество для мужчины? И что должен культивировать в себе подросток для того, чтобы стать мужчиной? Ну, очень сложный вопрос. Потому что его задаешь себе, наверное, на протяжении всей жизни. Я очень желаю, чтобы тебе было что любить. Я очень желаю тебе, чтобы тебе было что отстаивать, во что верить. Я очень желаю тебе мечтать. Я очень желаю тебе не сдаваться. И культивируй в себе то, что тебе дорого, во что ты веришь, во что ты любишь, без чего ты не можешь жить. Это не наркотики, не дай бог. И не сигареты, и не алкоголь. Это то, что помогает тебе чувствовать себя мужчиной. Даже очень юно. Отстаивай то, во что ты веришь. Думай над тем, что ты хочешь сделать. И иногда слушай сердце. Оно иногда подсказывает верное решение. Удачи тебе и будь здоров.